А это значит, что они обязаны устранить как минимум 21 нарушение в так называемом паспорте, что они в принципе сделать не могут. Но если даже сделают, то ты еще больше прецедент создашь. Тебе выдадут бланк паспорта, который соответствует всем нормам законодательства. Ты представляешь? Ой, ты такую классную схему вскрыл, вообще замечательно. На меня попытались одеть маску, я вытащил загранпаспорт, на него одел маску. Пристав меня вытолкал из зала. Вы меня приглашаете с соблюдением всех прав и свобод? Вот физическое лицо. Маску. Я на него одеваю маску. Между мной и Творцом посредников нету. С тобой поступили не по чести, не по справедливости. Если он дотронулся, это уже рукоприкладство. Надо было быстро соображалку включить. Ты не озвучил своей воли на словах. Ты дал понять, что тебе неинтересна судьба этой персоны. Превышение должностных полномочий, злоупотребление должностных полномочий, удержание паспорта, хищение документа и т.д. и т.п. То есть это все, это уголовка. Они обязаны возбудить. Так у тебя еще протокол на несуществующую персону составлен. Но ты его не принимаешь, потому что он не соответствует ихним же требованиям. Ты капитан не может быть не только на плавающем судне. Она мне, а зачем ты подписываешь? Я говорю, вот, я не подписываю. Разговор двух идиотов называется. Да при чем тут они? Творец-то все слышит. Вот видишь, она даже спросила, что ты хочешь? Она подсказки дает. А прокуратура — это прокуратура. Обязана исполнить. Иначе они сами преступники. Не соответствуют занимаемой должности, требуют уволить и все остальное. О, там такое можно закрутить. Понимаешь, а человек-то без паспорта ходит. Живой человек без паспорта ходит. Это что такое вообще? Для нас это с тобой нормально. Нормально. Для живых, кто создает, что происходит, а для системы это ненормально. Всякие схемы есть, вплоть до физического устранения владельца. Положи на полку и все, и пускай лежит как сувенир. Ты вот полгода живешь без паспорта, ты себя как ощущаешь? Деревянный танк по минному полю идешь. Где-то срабатывает мина, а где-то нет. На меня попытались одеть маску, я вытащил загранпаспорт, я проходил по загранпаспорту и на него одел маску. Это не понравилось ни судье, и пристав меня вытолкал из зала. Вот, в принципе, и все заседание как такового его не состоялось. Да, перед судом я по электронке посылал на суд волеизъявление о том, чтобы судья подтвердил свои полномочия. Дальше я описал отвод судье, так как по протоколу, который, то есть полномочия были не подтверждены. Я их вчера посылал, сегодня волеизъявление послал еще одно с отводом на то, что по протоколу, во-первых, протокол был составлен с нарушениями. Судья не подтвердила своих полномочий. Нарушения какие? Ну, у меня нет паспорта российского. Я его утерял, и сейчас у меня идут тяжбы с ОМВД по приведению этого паспорта в соответствующий ВИНТ согласно законодательству РФ. Этим же занимается еще и прокуратура. Но полицейский, который составлял протокол, он ничего лучше не придумал, как позвонил в ОМВД, так как там у него друзья, и записал туда данные из утерянного паспорта. Нормально. Вот это я все и указал в отводе судье по поводу этого протокола. Ну и еще было два заявления на введение видео и аудиосъемки. Ну, в общем, что произошло, вы все слышали. Благодарю. Ну, судьи еще нету. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы меня приглашаете? Я вас приглашаю, присаживайтесь. С соблюдением всех прав и свобод? Игорь Васильевич, присаживайтесь, пожалуйста. Вы меня приглашаете с соблюдением всех прав и свобод? Проходите. Я маску одену. Одевайте масочку. Масочку я одеваю на физическое лицо. Одевайте на лицо. На физическое лицо. На свое лицо, защищая средства органов дыхания, одевайте. Я живой человек, еще раз вам говорю. Вы сейчас к кому обращаетесь? Андриенко Игорь Васильевич, это вы? Нет. Будьте добры, ваши документы, удостоверяющие личность. Я живой человек. Мужчина. Так, уважаемый судебный хозяин, пристав, личность этого гражданина установлена? Так точно. Хозяин имени Игорь. Андриенко Игорь Васильевич. Андриенко Игорь Васильевич. Игорь Васильевич, вы намерены одевать маску?
Да, на физическое лицо я маску одену. Будьте добры, маску наденьте. Вот физическое лицо. Маску. Я на него одеваю маску. Так, я попрошу судебного пристава в связи с тем, что Андриенко Игорь Васильевич отказался надевать маску. Я живой человек. Масочный режим. Я попрошу вас мужчина. Удалить Андриенко Игоря Васильевича из здания Октябрьского района. Хозяин имени Игорь. Между мной и Творцом в связи с посредников нету. Вирусной инфекции. Будьте добры, пожалуйста. Еще раз повторяю. Для присутствующих. Я живой человек. Мужчина, хозяин имени Игорь. Между мной и Творцом посредников нету. Физическое лицо, вот оно. Я являюсь. Я являюсь бенефициаром. Игорь Васильевич. Учредителем и выгодоприобретателем данного физического лица. Здесь я нахожусь не по приглашению, а как бенефициар и учредитель данного физического лица. Игорь Васильевич, поэтому маску я приставов вам будет применять физическая сила. Поэтому маску я одеваю на физическое лицо. Предупреждает Андриенко Игоря Васильевича о том, что к нему в соответствии с законом о судебных приставах может быть применена физическая сила. Физическая сила к кому? Вы к кому обращаетесь сейчас? Игорь Васильевич. Покиньте, пожалуйста, здание. Вы сейчас обращаетесь к кому? Я живой человек. Вы хотите применить силу к живому человеку? Игорь Васильевич. Попрошу, вы применяете силу к живому человеку. Я вас правильно понял? Вы применяете силу к живому человеку. Игорь Васильевич. Это будет зафиксировано. Так как вы применяете силу к живому человеку. Игорь Васильевич. Алле. Еще раз привет. Разговаривали по WhatsApp. Это Игорь. Живой человек, хозяин имени Игорь. Привет, привет. Ссылочки сбрасывал. Смотрел там для ознакомления? Они не это. Ну да, там, правда, плохо все слышно, плохо все видно. Но принцип ясен. Принцип понятен, да. Вот я хотел уточнить только вот то, что вот произошло. Вот заход свой. Я как бы понимаю, только хочу просто уточнить. Я только уточняю. Вот заходил я по приглашению секретаря. Uh-huh. Я теперь понимаю, что этого не надо было делать. Нужно было дождаться, пока зайдет судья. Uh-huh. Правильно, да? Ну uh-huh. Да. Второе. Заходил я без маски. Маску одевал на паспорт. Физлицо. А, и заходила по загранпаспорту. И вопрос в том, что если я заходил без маски, значит, то, что я стоял до конца, не одевая ее, значит, я правильно делал. Я так понимаю. Правильно, да? Ну, по идее, да. Вопрос еще вот в чем. Когда они меня силой вывели... Из-за чего? Вот, из-за того, что я маску не одел. Ну, ты же одел на паспорт. Да, но этого было недостаточно. Они меня вывели, они пытались одеть на меня на это, чтобы я на себя одел маску. Что я категорически был против. И меня, она там говорит, судья приставу, выведите его. Я применю там вам законодательство, закон о приставах, и вы покинете зал. Она, пристав подожди, меня берет. Подожди, не спеши. Да, да. Не жду, спеши. Жду. Она делала предупреждение, говорила, что вы нарушаете порядок, я вам делаю предупреждение. Нет, а как таковое заседание даже и не было, ну, скажем так, открыто, да, вот я зашла, и они начали сразу массово, одевайте маску. Я говорю, вот, ну, маска, ну, на физлицо одевает. Это ясно. А ты возмущался, то, что на каком основании вообще, типа, заседание еще не началось, и вообще это не судья? Вы не подтвердили свои полномочия? А я по поводу полномочий я ничего сказать еще не успел. Я только говорил о том, что вы маску на живого человека, какое вы имеете право одевать маску на живого человека против его воли. Ну, она никаких таких... Сделала вроде бы, как бы не заметила это замечание. А она говорит... Вы Андриенко Игорь Васильевич? Я говорю, нет, это не я. Она, пристав, вы проверяли, идентификацию проводили? Ну, да, это Андриенко. Она, да, я говорю, Андриенко это вот. Вот физическое лицо. Говорю, а я живой человек. Паспорт, да, показал? Я паспорт в руках держал. Там. Говорю, я живой человек, между мной, хозяин имени Игорь, между мной и Творцом посредников нет.
И она здесь, на видео, конечно, этого не видно там, да, но она как бы ее немножко передернула, и она еще на полисти маску, и все. В общем, дальше она мне уже сказать ничего не дала, меня просто выбили. Я сейчас, когда все осмысливаю, думаю, а нужно ли было выйти из зала, а потом все-таки одеть маску и зайти. Я вот здесь был, как бы, не знал, что мне сделать, я просто ушел. Хотя я теперь понимаю, что получается, что я вроде бы как и покинул сам корабль, да. Вопрос-то все-таки не решился. Если бы он тебе просто подошел и сказал, выйдите, и ты сам вышел, тогда это сам. А когда тебе угрожают, что сейчас говорят, что сейчас применил физическую силу, даже на словах, это уже под угрозой. Вот. А если еще и применили физическую силу, тогда тем более под принуждением. А если ты еще и сказал, что под принуждением, под вашу ответственность, тогда все, вот это 100%, что это, с тобой поступили не по чести, не по справедливости. И если ты еще сказал, у вас нет оснований, вы это занимаетесь беспределом. Ну да, я еще говорю, вы сейчас пытаетесь применить силу к живому человеку, приставы выйдите его из зала и так далее. И он начинает, он ко мне прямо вплотную подошел, взял меня за руки, и там, он, правда, без рукоприкладства, так, вроде как и вежливо, но настойчиво, да, за руку взял и все, и вышел. Одевайте маску. Подожди, в смысле без рукоприкладства? Если он дотронулся, это уже рукоприкладство. Ну, дотронулся, да. Ну и все. Ну, понятно. Значит, тебе просто, ты сглупил, ты вот это, подчинился ихнему беспределу. Надо было быстро соображалку включить. И вот в данной ситуации не растеряться, а сказать, под принуждением, под вашу ответственность, это я вынужден одеть. И все. Одел бы и остался. А это надо было сделать только ради того, чтобы свою волю изъявить. Самое главное, что ты не сделал, это ты там, да, сказал, что между тобой и Творцом нет посредников, что ты не персона, но ты своей воли не заявил. Ты не озвучил своей воли на словах. Надо было сказать это, вот одеть маску ради того, под принуждением, только ради того, чтобы сказать, я хочу, чтобы дело было прекращено. И вот тогда, пожалуйста, вы уже можете это удалять под принуждением, под вашу ответственность. А так ты ушел и воли свою не заявил. Она сейчас, скорее всего, рассмотрит это, в отсутствии персоны дело. Ну, я тоже это сейчас подозреваю. Хотя, ты знаешь, вот когда туда шел, страха не было. Вышел, были какие-то непонятки. А уже когда почти практически доехал домой, я что-то, я не знаю, с чего, какой-то драйв появился, какой-то пролив силы. Хотя дела как такового не было. Ну, заседание имеется в виду. Подожди, ничего не понятно. Когда домой приехал, что произошло? Как будто прилив энергии уже появился у меня, понимаешь? Долго он у тебя приливался. Да, получилось так, что туда заходил как бы с такой настойчивостью. Ну, думаю, сейчас я все расскажу, как положено все это. Я уже, когда туда шел, я уже понимал, кто есть кто. Uh-huh. Как-то у меня, я сразу это разделил, что вот это физические лица, вот это живые, вот это неживые, вот это присутствующие, вот это лицо в мантии, вот это прислужник, который там в форме стоит. Так, мне все было понятно, и кто живой, кто неживой, тоже все это было понятно. А вот когда вышел, такое было состояние, что я что-то не доделал, вот у меня что-то такое... чувство осталось. Но... волю свою не сказал на словах. Да, да, вот. Но в любом случае, домой ехал, говорю, знаешь, я вот после таких заседаний, оно у меня не одно было, раньше как физическое лицо проходило, у меня было такое какое-то угнетенное всегда. А здесь как-то я вот домой доехал уже, на середине пути даже чуть дальше. У меня что-то такое-то, какой-то драйв такой произошел. Думаю, а с чего бы это? Вроде бы как... Но это мне, как потом я понял... Все-таки я, наверное, на правильном пути. Я так сам себе решил. Ну, наверное, творец решил на тебя это обратить свое внимание. От этого и прилив сил. Да, и ты знаешь, и ехал, анализировал предыдущие заседания, когда у меня были по другим делам. Вот все, что ты говорил вот в разборе полетов,
вот это все происходило. И когда вот это все прокручиваешь, я понимаю, что люди, которые не участвовали в заседаниях, он еще, как бы, может быть, и не понимает, как это все происходит. А я когда это все прокручивал и думал, а ведь все так и происходит. Встать, сесть, вам понятны ваши права и так далее, и тому подобное. Это все с одной именно оперы по неживым, а мертвым. И теперь, вот, уже как бы завершая все это дело, я понимаю, пока еще не знаю, что она там вынесет, какое решение. Я забыл тебе сказать, вот перед тем, как пойти на заседание, я написал волеизъявление, да, о том, чтобы судья подтвердила свои полномочия, разрешили аудио-видеозапись, ну и свое возражение, волеизъявление, как возражение по поводу составления самого этого протокола. Протокол был составлен у меня по пункту 20.6.1, это масочный режим. Подожди, там протокол... подожди, вот ты смотри, ты устно свою волю не сказал, что я хочу, чтобы дело было прекращено. А ты письменно об этом написал? У тебя было волеизъявление? Я, где было написано, что... Подожди, не перебивай. Где я хочу, чтобы дело было прекращено. В связи с тем, что... Ну, там, за отсутствием состава правонарушения. Было у тебя такое волеизъявление? Было такое волеизъявление, а оно было... Перед заседанием по электронке я его отсылал. Так они не принимают сейчас, по электронке просто отсылать. А кроме электронки как-то подстраховался? Нет, только электронка у меня была, больше никак. У меня времени тогда вообще не было. О тебе я узнал 27-го, по моему времени, вечером. Именно вот как-то вышел на тебя, не знаю, как, вывели как-то. 28-го я... вот это вот все просматривал, готовился, составлял эти волеизъявления свои, отправил, и 29-го еще волеизъявление о том, чтобы прекратить это дело, я отправил уже где-то за 3 часа до суда по электронке. Это все, что я успел сделать. Так вот, как тебе, ты вот тебя вывели это, под принуждением из зала. Ты что, взял и пошел домой? Да, вышел, я, честно говоря, пока не понял. Тогда еще я не понимал, что мне дальше делать, понимаешь, вот как. Взял, сел, поехал домой. Ну, мало того, что тебя выбили, так ты еще и согласился с этим. То есть решил молча уйти. Ну как, не согласился, ты не возражал. Надо было дождаться там, не знаю, в коридоре. И это там пристав или секретарь, или черная мантия. Сказать, а что вы меня выгнали-то? Я хочу ознакомиться с материалами дела. Какое решение принято? Ну, я понял теперь. Ну, здесь видишь, что ты не прав был. Ну, оно там когда... смотри, там два варианта. Либо она опять сделала этот перенос на другую дату, либо вынесла решение. То есть в любом случае надо было остаться и это, ну, хотя бы этот, написать от руки волеизъявление, что хочу ознакомиться с материалами дела. И вообще сказать это, спросить на словах, что, какое решение-то вынесено. Ну так, культурно, вежливо, без напора. У секретарши хотя бы узнать или у пристава. А ты, получается, взял просто и уехал. Ну, ты дал понять, что тебе неинтересна судьба этой персоны. Ну, я понял ошибку. Здесь я понял. А еще после этого, как только ты вот это все сделал и ушел оттуда, надо было сразу идти на почту. И ценным письмом, заказным, с уведомлением, с описью отправить волеизъявление. То же самое, что ты это, ну, вот все, что ты там по электронке отправил, все то же самое в письменном виде. Все документы, все бумаги. Я об этом уже подумал, но как бы уже сейчас, да. Я сейчас думаю, возможно, в принципе, если я все вот это сейчас оформлю в бумажный вид. И там просто добавлю, что ранее посылались по электронной почте вот эти все волеизъявления. Их отправить еще дополнительно сейчас письмом. И еще одно письмо уже с описанием тех событий, которые произошли именно на так называемом заседании. И там, и именно в этом четвертом письме сделать ей отвод судье, так как она не подтвердила полномочий заседания как такового. Ну, у меня оно есть готовое, я уже его так составил, знаю.
удобно тебе его рассматривать, нужно тебе это рассматривать, не нужно рассматривать. Если есть желание, да, я могу тебе его сбросить, чтобы ты просто посмотрел, может быть, что-то там исправить, надо, может, что-то выкинуть, надо как это. Ну, если ты за образцы. Если у тебя время, если время есть. Ты за образцы мои это, бумаги брал? Да, за твои за образцы, но я переделывал же их все под себя. Ну, так а смысл мне их смотреть? Ну, тогда, может, и нет. А вот то, что ты сказал про электронную почту, что, да, правильно, добавь вот эти фразы, что ранее данные эти бумаги были отправлены прямо в каждой бумаге, добавь, что данная бумага была отправлена по электронной почте тогда-то, тогда-то. И скриншот приложи. И в качестве приложения укажи приложение, скриншот отправки по электронной почте. И все. И вот это все. Да. И вот это все. Завтра с утра на почту и отправляешь. Все, понял. Ну, значит, я, в принципе, так и думал. Замечательно, так сделаю завтра. И плюс добавь волеизъявление на ознакомление с материалами дела. Угу. Благодарствую. Сделаю. У меня мысли такие крутились, я только думал, поздно, не поздно. Ну, значит, да, пока еще ничего не выяснили, думаю, не поздно еще. В принципе, так-то мне все понятно. На будущее, я думаю, нормально будет, если будут периодически звонить, чтобы как-то где-то пересоветоваться, либо показать свои ошибки, да, пускай народ знает. По поводу этого нашего разговора сразу наперед забегаю, говорю, что можешь опубликовать, если тебе это нужно. Добро. Так это не мне надо, это вам всем надо. И ну да, помочь. Нам это, да, это нам, я понимаю. У меня же сейчас с ними еще идет война по паспорту. Я вот сейчас смотрел, много людей, которые сейчас не знают, что с этими паспортами делать, да, РФовскими. Мне пришла эта ситуация, честно говоря, даже так неожиданно. Я вообще раньше об этом даже не задумывался по поводу паспорта. А тут я его теряю, я даже знаю, где я его теряю. Знаю, где я был. Ну, я туда заходил с ним, выхожу, его нету. Я начинаю как бы искать его там, а его не находят почему-то в этих кабинетах. Там медицинский центр был, его найти не могут. Ничего, вышел, как бы ситуация понятная, думаю. Нет, вернее, пока непонятная, немножко нервничаю, потом думаю, что я нервничаю, надо проанализировать, зачем она мне дана, эта ситуация. Думаю, уехал, думаю, дай бог, с ним нету и нету. Давай поднимать информацию и натыкаюсь на такие вот эти вот все эти вот паспортные войны, да, которые идут. Кто там форму 1ПР бьет, кто еще как-то. Поглубже углубился в эту историю и понимаю, что с паспортом не все так просто. Ну, я все-таки пишу заявление об утере, мне старые делают недействительным. Подожди. А новый я... Подожди, да. Как звать? Игорь. Игорь, потрудись, пожалуйста, внятнее и четче говорить, потому что многие буквы и звуки теряются. Хорошо. Если это, будут какие-то изъяны, сразу говори, стоп, предупреждаю. Когда, говорю, начал разбираться с паспортом, я понял, что здесь не все так просто. Я все-таки по утере старого пишу заявление, его признают недействительным. И когда готов новый, я иду его получать уже с готовыми пунктами. Они у меня есть, я там выписал на основании каких законов Российской Федерации. Никаких там не советских, ничего, а именно тех применимых, применяемого законодательства, которое сейчас есть. Я выписал все, что должно быть, именно как должен был сделать паспорт, должен был выглядеть паспорт, который РФовский, который мы должны носить сейчас. На что мне дают ответ? А, самое интересное, когда пришел получать, они мне говорят, расписывайся в форме. Я говорю, вы согласно регламенту должны мне сначала дать его на проверку. Они говорят, нет, вот проверяй через стекло. Я говорю, так, как это через стекло? В общем, они сам изначально, они в руки мне его не давали, паспорт. Ну, через стекло я им оставляю расписку. Говорю, хорошо, и в этой расписке я пишу, что какие недостатки в паспорте. Ну, там перечисляют по пунктам. У меня, я думаю, нужно будет просто снять еще одно видео, вот то, что я тебе сейчас говорю, и выложить ту расписку, которую я пытался им оставить. Но они от нее отказали. А, расписку? Да. Она у меня есть, да, есть сфотанная, но она у меня, они ее не взяли у меня. Как-то не взяли.
А так, не взяли и все. Нет, мы не будем ее брать. Они отказывают мне в этой что-либо брать, кроме одного. Либо я расписываюсь за паспорт, либо они мне ничего не выдают. Это было еще у меня в сентябре месяце. Естественно, я отказываюсь. Стой! Стой! Стою. Ой, что же за привычка в монологе постоянно укатываешься? Покатился и катишься. Куда ты катишься, я не понимаю. Ты что, мне всю свою жизнь хочешь рассказать или что? Давай в диалог-то как-то это вступать уже. Давай. Короче, ты вот это, как это не приняли? Ты им, ясно, там эта девчонка там отказалась. Так надо было тут же поймать, там, видео включить, аудио включить. То есть собрать доказательную базу, что он отказывает. Тут же от нее это сказать. Тогда пишите письменный отказ, что вы отказываетесь принимать. А если и это все откажется, короче, надо было пойти в канцелярию. В канцелярии зарегистрировать, то есть в двух экземплярах. Ну, вот смотри. Меня отвели к начальнику паспортного миграционной службы. Начальник, я с ней поговорил, она тоже ничего давать не буду, ничего подписывать не буду. Хорошо, говорю, тогда, говорю, вызываем полицию, составляем протокол. Она, вам надо, вы вызываете. Хорошо, я пошел сам в дежурную часть, написал заявление о том, что мою вещь, за которую я оплатил госпошлину, удерживает там-то, по таким-то причинам. В общем, все, я это там описал, мне выдали талон, курс, как положено, зарегистрировали все. Прошел месяц, мне пришла от них отписка. Я там, когда заявление писал, я прямо по пунктам указал, какие недостатки в этом паспорте имеются. Подожди, согласно российскому. Подожди, ты вот это заявление, номер КУСП, талон и отписку ихнюю, у тебя есть это все в электронном виде? Да, у меня в этом в бумажном виде у меня есть пока. Я в электронный не переводил, но в бумажном есть. Ну, сфоткаешь, пришли. Конечно, сфоткаю, пришли. Так, а что дальше? Вот. Что в отписке написано? Да, дальше. Получил я отписку от них. Потом говорю, ладно, отписка это меня не устроила, потому как заявление было совсем другое. Подожди, смысл отписки какой? Что там написано? Ну, смысл такой в двух словах, что мы паспорт соответствует всем нормам и так далее, и тому подобное. Вот знаешь, такое вот шаблон. Никаких нарушений там нету, ничего не предусматриваем, и как бы все нормально. А, и в конце, что ваша дальнейшая переписка с нами по этому поводу не имеет законной силы, что-то в этом роде. Сейчас дословно не помню. Прекращается. Да, прекращается и так далее. Ну, думаю, хорошо. Я составляю еще одно заявление и уже несу его в прокуратуру по этому поводу. По уголовной статье? Там, да, именно я все перечисляю, как было. Я пишу в прокуратуру жалобу. Зря. Какая жалоба? Сообщение о совершенном преступлении в порядке УПК 141. Ну, видишь, я этого не знал. Я составил жалобу, где я перечислил все вот эти вот, то, что произошло, их отписка, все это приложил, зарегистрировал. Прокуратура присылает мне ответ. Жалоба, недостатки указаны верно, в миграционной службе указано на то, чтобы они были устранены. Дали им там срок. Думаю, вот это здорово, я, честно, ожидал другого. То есть они признали, что нарушение есть, и обязали МВД или кто там, и УФНС это устранить недостатки. Да, так? Да. Так, и что дальше? А дальше пока вот мне пришел ответ с прокуратуры 23 или 24 декабря. Вот тоже мне его вышли. И по идее тебе надо было сразу с этим ответом идти в паспортный стол, вот там, где ты получал, и требовать выдать. А еще лучше, прям, короче, первое, ну вот именно по этой данной ситуации, нужно писать сообщение о совершенном преступлении, текст один в один как в жалобе, ну еще дописывай, что действия таких-то лиц, там, та, которая выдавала, и та, которая начальница паспортного стола, в действиях данных лиц присутствуют признаки совершенных преступлений, и там перечисляешь статьи. Превышение должностных полномочий, злоупотребление должностным полномочий, удержание паспорта, хищение документа и т.д. и т.п. Ясно? Ясно. И прикладываешь в качестве основания вот этот ответ из прокуратуры, что ваша прокуратура признала, что там были нарушения. Соответственно, требую провести
проверку в порядке Уголовно-процессуального кодекса. То есть это все, это уголовка. Они обязаны возбудиться и это возбудить уголовное дело против них. Потому что они сами же признали, что нарушение есть. Вот. Ну хорошо, я тебе все это вышлю. И сейчас праздники закончатся, пойду к ним еще раз. Куда? Я понял. В этот, в паспортный. Подожди, тебе первое надо написать. Сообщение о совершенном преступлении в порядке УПК 141 в прокуратуру с приложением их нежива ответа. Второе. Ага. Отправляешь в этот паспортный стол или куда ты там ходил? В МВД? Да, ну заявление. Я кузли получал в МВД, а в паспорт где получал? Что ты мямлишь-то, я не пойму. О, МВД. Ну о, так МВД. И скажи, что мямлишь-то? Ё-моё. Короче, в МВД тоже отправляешь сообщение. Что и прикладываешь в качестве приложения ответ из прокуратуры. И пишешь типа того. Согласно ответу прокуратуры, там срок указан устранения? Я сейчас, честно говоря, не помню дословно. Должен быть срок указан. Если да. Не указан, открываешь законодательство, читаешь, в какие сроки обязаны быть устранены эти, как оно там называется-то, не предписание, как... Ну, короче, это условно предписание это называется, я точно не помню. У меня тоже прокуратура такую штуку выносила. Вот, чтобы мне вещи мои вернули похищенные. Вот, и там, по-моему, 2 недели, что ли, дается. Или месяц, или 10 дней, что-то такое. Короче, отправляешь им это, ну, не знаю, пишешь волеизъявление. Согласно ответу из прокуратуры, я хочу, чтобы вы мне это там в 10-дневный срок выдали паспорт, соответствующий всем этим требованиям, и дальше перечисляешь эти требования. Образец у тебя есть, ты уже по этому поводу жаловался. Вот. Да, есть. Да, и все, и о готовности паспорта требую сообщить мне там, на это, не требую, а я хочу, чтобы мне было сообщено на такой-то электронный адрес, ответ предоставлен на такой-то электронный адрес, параллельно отправлен заказным письмом на почту на имя такой-то персоны, и был сделан звонок по такому-то номеру. И мне сообщили, когда я могу прийти и это получить данный бланк. Понятно? Угу. Да, понятно. У тебя же запись звонков всего тоже работает, да? Работает, работает. Ну вот, переслушаешь, пока я буду монтировать. Что еще? Все понятно. Ну, так-то вроде бы все. А, единственное, что я хотел еще так, как вроде бы в качестве ремарочки. Мне когда протокол составляли, вот по вот этому 20.61 за эту маску, да, менты, которые составляли протокол, ничего лучшего не придумали, как говорят, паспорт, я говорю, у меня такого нету. Он говорит, вообще-то у МВД удерживается, у ваших товарищей, которые вас вызвали, они туда позвонили, но те дали им данные старого паспорта, который утерян, и они его вносят в протокол, по которому я... Так у тебя еще протокол на несуществующую персону составлен. Да, именно это я и писал в волеизъявлении на судье, по электронке писал, что... Все, как говорится, дело в шляпе, дело в дамках, короче. Даже что? Если на что там это черная мать там примет что-то, ты через апелляцию легко это все отменишь. И вот эти все документы, о которых мы сейчас с тобой говорили, это же железобетонные доказательства, что у тебя нету вообще бланка. То есть персона из, как сказать, с конвейера еще не выпущена. Старый корабль утоплен предыдущим номером, вот эта персона. Да-да. Да, вот этот корабль, он утоплен, он утерян. Он где-то в море потерялся. А новый, который стоит у них там, это, на заводе, готовый, вот они готовы на воду спустить. Но ты его не принимаешь, потому что он не соответствует ихним же требованиям. То есть корабль на ихней стороне, они сейчас, по идее, сами себя должны судить. Но они не могут, потому что корабля-то в море нет. Капитан может быть только на плавающем судне. Он что, будет это, капитаном на корабле, который стоит в этом, на заводе, что ли? Ну да, именно так и получается. Именно ОМВД, где я ознакомился с материалами дела по паспорту, вызвали ментов этих своих полицаев, которые
должны были составить на меня протокол за то, что я без маски. Вот я ушел, потом эти же звонят и говорят, а у него паспорта-то нет, он сказал, что у вас. Они говорят, да, вот номер. Я смотрю, она пишет старый паспорт, но я промолчал, говорю, думаю, ладно, пиши, хорошо. Ой, ты такую вот классную схему вскрыл, вообще замечательно. Это вот получается, это вот... у них сейчас патовая ситуация. Они тебе не смогут выдать этот документ и устранить все нарушения. Согласен? Вот, я об этом тоже догадываюсь, что вряд ли они это смогут делать, потому что я когда разговаривал с начальницей, она еще более-менее думает, она мне говорит, вот мы вдвоем остались в кабинете, она говорит, слушай, говорит, ну, ты мне скажи, что ты хочешь? Ты что какой-то не такой, не как все? Ты что хочешь? Ты вообще что-то хочешь, что ли? Ничего себе, все не хотят, а ты что-то хочешь? Что ты хочешь-то? Ну, вот мы с ней сидели без масок, разговаривали, она как бы все это, что ты, вот скажи, что ты хочешь? Я говорю, я хочу, говорю, определиться, где, говорю, люди, где человеки, где вещи, где система, где вообще, говорю, я хочу просто от этого отойти. Но если я в системе, то тогда я просто хочу, чтобы вы выдали мне тот документ, в рамках которого вы определили все, как должно быть. Вы же мне выдаете документ, который не соответствует тому законодательству, которое вами же и написано. Она мне говорит, ну я же не выдаю тебе, я его не делаю. Мне как сделали, так я тебе и такое и даю. А я говорю, а зачем вы принимаете поддельные документы заранее и выдаете поддельные? Вы же видите, что он не соответствует законодательству. А она мне, а зачем ты подписываешь? А я говорю, вот, я не подписываю. Разговор двух идиотов называется. Да. А потом, когда зашел ее помощник, он такой весь зачехленный, я его вообще, сколько там был, я все время видел его только в маске. Он мне тут же, а вы масочку не хотите одеть? Я говорю, а вы не хотите взять на себя ответственность, если я одену маску? Вы даже не спросили, есть у меня противопоказания или нет. И я здесь упаду, и не дай бог еще, говорю, представлюсь к Всевышнему. А вы не хотите взять на себя обязательство потом кормить всю мою семью? У меня, говорю, 6 детей. Ну, я это пошутил, у меня нету 6 детей. Вот. А он так сразу раз и остепенился, говорит. Ты так больше не шути. Ты делай предположение, а вдруг у меня 6 детей? Да, то что? Буду. Это как-то может повлиять, ты имеешь в виду? Да при чем тут они? Творец-то все слышит. А, ну это да. Ну, а может быть где-то и бегают, я же не знаю. Ну тоже вариант. Ну надо, вот в том-то и дело, что надо было сказать, наверное. 6 детей. Да. Вот тогда бы ты не соврал, а так получается, ну ложь. Вот, ну в общем он говорит, ладно. Я говорю, у меня уже протокол. Вы не боитесь протокола? Я говорю, нет, я говорю, у меня уже один есть. А он говорит, ну ладно, будет сейчас еще один. Ну, тут звонит своим этим подружкам, они приходят. Ну, там два сержанта. Я промолчал, они, пойдемте. А когда я им там, я объяснение в протоколе там написал, ну, я по пунктам перечислил, какие статьи они нарушили, закон о полиции, у меня это все было готово там. Они, а что мы нарушили? Я говорю, ну, во-первых, вы не представились, вы стояли в масках. Удостоверение, я вообще не понимаю, кто вы такие. И коли вы меня сюда привели, так вы должны были уже хотя бы здесь зачитать мои права и так далее и тому подобное. Ну, в общем, я там в протоколе писал объяснение. На тот период, когда я его писал, не понимал, что можно было написать как от живого человека, честно говоря. У меня тоже получился протокол. Объяснение к протоколу, я в нем не расписывался, но само объяснение по статьям, которые я там все написал, оно исходит как именно от персоны, да, либо от физического лица. Фото есть? Ну, у меня сам протокол вот этот дома лежит. Я могу его все это дело сфотографировать. Да. Слушай, с чем закончился разговор с начальником паспортного стола, которая спросила, что ты хочешь? Вот видишь, она даже спросила, что ты хочешь? Она подсказки дает. Да, я ей сказал, что я хочу. И тут зашел именно вот ее помощник. И на этом разговор у нас оборвался. Она при нем перестала разговаривать. А, во. Она все говорит, ну, ты же подписываешь это? Я говорю, я не подписываю. Она говорит, ну, значит, тогда так и будет. Я говорю, ну, заявление лежит в прокуратуре. Ее немножко аж перекосило, она, прокуратура, так, да, понятно. А прокуратура — это прокуратура, обязана исполнить. Иначе они сами преступники. Да, вот видишь, и слушая вот эти, и видя все вот эти войны по паспорту,
Я подумал, почему бы... Можно, конечно, было устроить тоже там какой-то там сабантуй в том виде, что, допустим, забрать форму, там, порвать и так далее. Но я не стал этого делать. Я подумал, ну, если есть применимое законодательство, почему бы его не применить, и пускай они чешутся потом с этим. Они же все это написали. Подожди. У них получается сейчас патовая ситуация в каком плане? Либо они приводят в порядок так называемый бланк в соответствии со всеми нормами законодательства, а это значит, что они обязаны устранить как минимум 21 нарушение в так называемом паспорте, что они в принципе сделать не могут по логике. Но если даже сделают, то ты еще больше прецедент создашь. Тебе выдадут бланк паспорта, который соответствует всем нормам законодательства. Ты представляешь? Вот, я тоже об этом думал. И, честно говоря, я очень сомневаюсь, что они выдадут мне какой-то отдельный бланк. Ну, хотя все может быть. Не, ну это, конечно, я даю этот 0,01%, что они выдадут такой бланк. Я считаю, ну это вряд ли, конечно. Скорее всего, не выдадут. И, скорее всего, не выполнят это предписание прокурора. И, соответственно, они преступники. То есть там уже можно жаловаться на санкции на этого начальника паспортного стола, что не выполняет предписание прокурора, не соответствует занимаемой должности, требует уволить и все остальное. О, там такое можно закрутить. Плюс еще уголовно-процессуальная проверка по 141-й этот УПК, сообщение о совершенном преступлении. О, их там так могут затягать вообще. Человек-то без паспорта ходит, пока это все длится. Да, уже с августа месяца, в августе написал. Уже полгода, получать. Смотри, а ты еще, если уголовное дело возбудят, то ты там обязательно допиши сообщение о совершенном преступлении, что не просто я хочу, чтобы была проведена проверка в порядке УПК 144-145, но еще это персона такая-то была признана потерпевшей. А статус потерпевшего, если тебя признают, прям вынесут там отдельное постановление, что персона признана потерпевшей, так ты потом с этим статусом можешь тут же в этот суд по Гражданскому кодексу обратиться и потребовать моральный ущерб за то, что ты потерпел, то есть это причинен ущерб тебе, ну, твоей персоне. Ясно? Да-да. Ну что это такое? Полгода это... Живой человек без паспорта ходит. Это что такое вообще? Ну видишь, это нормально. Как бы у нас так не делается. Это уже нормально. Для нас это с тобой нормально. Для живых, кто создает, что происходит. А для системы это ненормально. Слушай, так самое интересное еще, что мне старый-то паспорт, там, где я его терял, они потом мне позвонили. Так. Они мне его вернули, старый бланк. Там медицинский центр, они его нашли, они мне через день где-то позвонили и вернули. Я у них еще спросил, это уже прошло где-то сутки прошли, даже двое, наверное, прошло после того, как я написал заявление о том, что началось какое-то расследование. Я у них просто спросил, а к вам кто-то приезжал? Либо, может быть, кто-то звонил, спрашивал, там, уточнял, был я здесь, не был я здесь, потому что я же написал, где я его потерял, этот паспорт. Я же не написал, что у меня его украли, а именно, что он должен быть здесь. Они говорят, вообще никто даже не чесался сюда приходить. То бишь, изначально они, получая мое заявление об утере, даже никто не дослуживается даже поднять жопу, чтобы узнать, уточнить то место, где я был. Был ли я там вообще? Не-не-не-не-не. Там, скорее всего, произошло очень быстро все и все очень четко. Твое заявление попало тут же к этому, к дежурному, либо к начальнику отдела полиции. Он тут же сделал звонок главврачу. Главврач дал команду, и там заведующий отделением дал указание врачу, врач дал указание медсестрам. То есть там через 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, короче, это указания, короче, испорченный телефон, в итоге они поняли, что на эту бумажку надо вернуть. И все, и они тут же тебе позвонили. Так понимаешь, так нестыковка получается. Если зачем ее возвращать мне, если она уже признана недействительной? И они должны были ее забрать себе, понимаешь? Поясню. Короче, если бы ты не заявил, что этот, ну, потерян бланк паспорта, то они могли его куда-нибудь на левые цели пустить. Ясно? Втихаря. Ну, как вариант, там, взять пару кредитов, либо еще что-то, да? Да, там, ну, всякие схемы есть, вплоть до физического устранения владельца. Ясно? Ясно. Вот, а так как ты заявил,
все. Это как бы лишнее доказательство. То есть эту бумажку не то, что в ход не надо пускать. Ее лучше вернуть владельцу как доказательство, что они с ней вообще ничего не делали. Ясно? Ну да. Ну я посмотрел по регламенту. Я когда меняю паспорт, я должен старую корочку сдать. Нет. Там, если у тебя утерял, то ты... Чего тебе сдавать, если ты утерял? Там ну, есть две причины. Ну, утерял и этот... Замена. Да, замена. По причинам каким-либо. Так вот, это мы с тобой предположили худшие варианты. Но вполне возможно, что и самый простой вариант, что никто не мог найти, а потом просто нашли. И все, и никаких там махинаций не предполагалось. Ну, возможно. Ну, самое интересное, что я с ним сейчас как бы пользуюсь тогда, когда мне нужно. Мне бывает нужно, там, доверенность на него сейчас выписывает. Ты знаешь, один нотариус говорит, он недействительный, и не отказывается выписывать, а второй нотариус даже не смотрит выписывать, и все. Вот ты зря это делаешь. Подожди. Ты зря это делаешь. Тебя потом могут обвинить в подделке документов, в мошенничестве. Ну, я-то... Доверенность не я выписываю, не от своего имени, она на меня выписывает доверенность. На это. А недействительный паспорт? Да. Ну, а ты сообщил, что этот паспорт недействительный? Кому, нотариусу? Да. Нет, я не сообщал. А он спрашивал? Нет, не спрашивал. Ну, тогда это его косяк, он не проверил информацию. Ты, наверное, забыл, да, сказать? Я забыл сказать, а он даже и ничего не спросил. Угу, ясно. Поэтому... Короче, не используй его нигде. Положи на полку и все, и пускай лежит как сувенир. Ну, я его сейчас как бы не использую в том плане. Я тут, когда все это началось, я еще тут заказал себе, ну, паспортная тема выросла, как говорится. Чего? Из ничего. Заказал себе еще один паспорт, но не РФовский, а в интернете, знаешь, гуляют такие эти паспорта. Паспорт мира, человека мира или как-то что-то в этом. Суверенный да, мир? Человека... Да, паспорт человека мира. Но. Его там в Штатах делают, но мне он еще не пришел, но заказал. Думаю, попробую его использовать именно взамен вот этого. Ну, это я делаю на тот случай, если вот это все дело затянется, мне нужно будет какие-то документы. И хочу посмотреть, как вообще он работает, этот паспорт человека мира. Ну да? ты полгода живешь без паспорта. Ты себя как ощущаешь? Да я себя хорошо ощущаю. Мне как было все это по барабану. Ну вот, а то народ все спрашивает, а как это без паспорта? Это же на работу не устроишься, то не сделаешь, это не сделаешь. А ты вот да, нормально живешь. Да я нормально живу, и мне как бы этого всего не надо. Единственное, я пришел продлевать карточку свою. Там, в Сбербанке, а они так... И паспорт этот показываю, О, паспорт недействительный. Я говорю, не может быть, вы что, там же я? Они говорят, ну да, вы. Они хотели забрать, говорят, какой стати вы будете забирать? Говорю, это не ваша прерогатива, у вас совсем другое. У вас финансы, но никак не документы. Документы – это МВДшная тема, но не ваша. Ну, в общем, они мне все это дело вернули. Ну, я так предполагаю, что с этим паспортом, который уже недействительный, ну, вряд ли что-либо можно будет там какие-то счета открывать и так далее. Да, поэтому... конечно, нет. Ты зачем в банк пошел-то? Они сейчас могут вообще заяву написать, что ты мошенничеством занимаешься. Ну, видишь, мне по своей деятельности иногда нужно приходить в эти банки. Там люди на меня доверенности пишут. Поэтому... Слушай, это тебе, когда ты заявление об утере написал, тебе выдали временное удостоверение, справку? Нет, ничего не выдавали. Как? Почему? Почему ты не истребовал? Ну, то, что не истребовал, это, скорее всего, да, это моя ошибка. Я, во-первых, даже не знал, что есть форма еще 2П, по-моему, называется эта форма, что-то так. Или П2. Я об этом тоже не знал. Это я вот буквально недавно узнал, что есть еще временные удостоверения, которые даются взамен этого паспорта. Ё-моё. Короче, тут же, прямо сейчас же, пиши еще одно волеизъявление. Туда же в паспортный стол, в МВД.
Я хочу, чтобы мне было выдано, на имя моей персоны выдано временное удостоверение. Ну, там законодательство поднимешь, там почитаешь статьи в интернете полно, как это делается. Вот. Тебе обязаны выдать временное удостоверение. Вот с этим временным удостоверением и с найденным паспортом недействительным ты спокойно можешь идти в Сбербанк и говорить, что вот, паспорт недействительный, но вот справка, что он был утерян. Вот заявление, что это, что я, паспорт это был утерян, но потом мне его нашли. Все им разъясняешь, поясняешь. Вот тогда это не будет мошенничеством. Тогда они все сделают и карточку тебе откроют по временному удостоверению. Ясно? Да, теперь понятно. Ну, благодарствую. Ты что-то вообще какой-то это... С одной стороны, ты такие вещи творишь интересные, а с другой стороны, такие несуразицы у тебя вообще. А так всегда бывает, где, знаешь, еще только начинаешь на эту стезю вступать, и получается, здесь я сам чувствую, с одной стороны, как бы вот уверенность есть такая, пру как танка, а с другой стороны, еще нету такое ощущение, что как бы одна гусеница проскальзывает, да? Ну да, ты как этот, как деревянный танк по минному полю идешь. Где-то срабатывает мина, а где-то нет. Ну, я чувствую, что меня еще кто-то ведет. Мне еще везет как-то, вот, честно говоря. Ну, кто? Тот, ну, между кто? Кем и тобой нет посредников. Да, именно так, потому что другого здесь не дано. Ну, есть еще ангел-хранитель, который в этом помогает. Ну, в общем-то, благодарствую за эти, за советы. Завтра добро. Есть с чем поработать. Добро. Давай мне присылай все эти фото всех документов, сфотографируй, еще лучше отсканируй. Не получится отфоткай, и все мне пришли. Да получится, я отсканирую, у меня сканер дома есть, отсканирую все. И... Добро. Я как получу, но займусь монтажом видео. Хорошо, все тогда. Приятно было познакомиться, побеседовать. Беседа для меня, во всяком случае, получилась продуктивная. Для меня тоже. Я очень много узнал, Алексей. Ну все тогда, на связи. Добро, давай. Благодарствую. Да, всего хорошего.